москвичонок в суперкар превратил жителей Одессы. Так называемый каблучок, на котором прежде возили батоны, комфортом теперь не уступает лимузину. А тут столько труда вложено, что не знаю. Я сам его не повторю второй. Ни за какие деньги. Суперкар создавался на базе популярного грузопассажирского ИЖ-2715. Выпущенная в серию 42 года назад, эта модель получила сразу два народных прозвища. Каблучок за форму кузова и пирожок из-за того, что на подобных автомобилях чаще всего перевозили хлебобулочные изделия. Пару таких транспортных средств Григорий Аведесян использует по назначению для доставки буханок и батонов из домашней пекарни в сельские магазинчики. А третий пирожок покидает гараж в исключительно редких случаях, только для того, чтобы многочисленные гости семьи оценили все его великолепие. Все, что здесь есть, все с нержавей. Аккумуляторы, сверхники, рички, вот эти водяные бачки, охлаждающие, даже вот моторчики, которые пластмассовые, я их одел нержавейку. Это уже не тюнинг, это техническая революция в отдельно взятой машине. По сути, пришлось заново изобретать пирожок. Оснащать пятиступенчатой коробкой передач и стеклоподъемниками. С ювелирной точностью вытачивать 2-миллиметровую резьбу для воздухозаборников, а также вручную гнуть баранку. Думаешь, что сюда поставить? Какой руль? Здесь надо же места мало, небольшое руль, чтобы он со всеми как-то смотрелся. Видите, здесь ручки дубовые, вот здесь дубовые, вот там. Вот еще, вот вопрос стоял, как нержавеечную трубу, вот эту дюймовую, ровно крутить круг на 250-260 градусов, чтобы он не сплюшил. Фирменный знак ижевского автозавода мастер выгравировал на множестве деталей, даже там, где советские разработчики клейма не ставили. И увенчал капот державным орлом. Статуэтку выплавил из мелких российских монеток. Между кабиной и кузовом перегородка из тонированного стекла. При желании пассажиры могут общаться с водителем или, напротив, оказаться в полной изоляции. Именно пассажиры. Для их удобства кузов полностью и переоборудован. Сложно было предположить, что изнутри пирожок окажется таким просторным и, кстати, комфортным. Кожаное сиденье, мягкая обивка и будка народного автомобиля превратилась в салон экстракласса. Работа над кузовом будет закончена буквально на днях. Остается несколько штрихов, чтобы довести «Москвич Люкс» до совершенства. Несмотря на кропотливую работу, Григорий все же готов расстаться со своим детищем. Правда, тут же добавляет, никогда не согласится на предложение от частных коллекционеров. Хочет, чтобы его искусство принадлежало всем. Я сколько знаю, в Москве есть музей автопрома Российской Федерации, там, где все VIP-машины, которые выпускались, они там стоят. Может, его туда поставить. А пока чудо-пирожок не занял место в музейных залах, в машине с удовольствием проводит время две внучки мастера. Покажу вам, за что 10 лет мучился в этом гараже. Я думаю, он того стоит. Майстер жартує, від легендарного москвича тут залишилася хіба що назва. Навіть у темному гаражі авто виблискує. Кожна, навіть найдрібніша деталь, зроблена вручну з нержавіючої сталі і відполірована. З Богом. Радянський двигун тепер уже удвічі потужніший, виводить на величезних дисках двотонне авто з гаража. Щоб досягти цього нетипового кольору, баклажановий металік, фарбували його 9 місяців, накладаючи шарами чорну, червону і фіолетову фарби. Мені ні самому не віриться, що це я робив. Я його перший раз сам смотрю з такою, тому що гараж маленький. Салон оздоблений білою шкірою та деревиною цінних порід. Майстер, сідаючи за кермо, навіть взуття знімає. Тут треба бахилі заказати, знаєш, білі. От, бачите, от це дуйка навіть. Все тут з нержавейки зроблено. Не хром, нержавейки. Вот это с цельного нержавейки вырезано, вот этот замок, вот так. Царапина можешь шлифовать, убрать, опять будет, а хрома этого не будет. Під капотом легендарного москвича також все виблискує. Навіть бачки охолоджувальної рідини, які на всіх авто пластикові, тут із сталі. Радіатор Григорій зібрав з понад тисячі тоненьких шайб зі стійкого металу. На ньому вигравірував своє ім'я вірменською. Увінчує капот блискучий птах. Вот это двухголовый орел российский, вот с двух сторон стоит. Это я из копейки делал российский. Вот, ИЖ, Москвич, это все российский.
пускай буде це. Не тільки на міра, а армянські. Майстер щохвилини здуває порошинки зі свого авто. Виїжджати ним на трасу відмовляється. Продавати теж. Хоча, каже, за пиріжок йому вже пропонували 1 мільйон доларів. Та він певен, такому раритету місце лише в музеї.